Лето! Каникулы! Ура! Лето! Скоро детство в этот шумный день, в этот добрый день, в этот ясный день. Я бегу по светлым улицам и паркам, закричать хочу. И на стареньких качелях от парки над землей лечу. Я смеюсь на любимый город, вижу, вижу облака. А веселые друзья руками машут мне издалека. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Виктория. А вас? Меня зовут Лев. Как ваши дела? Мои дела отлично. Погода на улице прекрасная. На площадке мы встретили замечательных ребят, людей. Вас, как юных журналистов. Очень приятно с вами пообщаться. Спасибо большое. Нам очень приятно. А что для вас лето? Лето, в первую очередь, это солнечное настроение, прекрасная погода, хотя мы живем в Подмосковье, поэтому погода радует нас не всегда. Теплые деньки все-таки есть, но, конечно же, свежий воздух, фрукты и, опять же, прекрасное настроение. Отлично. Здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна. А чем вам нравится лето? Лето – это маленькая жизнь. Летом хорошо, тепло, можно купаться, гулять. Все супер.